Сегодня проходит турнир города Миасса по ушу, посвященный 1 мая. У нас около 160 участников с Челябинской области, как участники из Миасса, и также участники из города Челябинска. По ощущениям волнительно, но в то же время приятно. Мы действительно первый раз для нашей федерации организовали такой большой турнир. Вот. Ощущения приятные, но все-таки требуют большой ответственности за такие турниры. Ребята выступают достойно. Прошла уже и фестивальная форма по Таулу, туй-шоу выталкивания и Саньда-поинт только что закончили. Ребята выступили отлично, сейчас ждут награждения. Мы готовимся к разделу ушу Саньда уже среди ребят от 9 лет.